Добрый день. Не работает. Сломался? Да. Не работает плохо. А давно не работает-то? Недавно. Да? Для суда. В смысле для суда? Почему для суда? Я звоню в Сбербанк. Так, я не понял. Смотри, он работает. Вот, возьми, мне пожалуйста. Охрану вызвать? Ну, если необходимо, почему вы меня хватаете? Потому что, видите, для вас висит. Для меня? Так вот этот банкомат работает или не работает? Не работает. Ну, с кем языком? Так вот же работает, только что. Банкомат не работает. Дайте хотя бы транзакцию закончу. Нет, нельзя. Здесь пожалуйста. Для работников суда. Идите, пожалуйста, в другом месте. Покажите документы. На каком основании? Идите, он это свидание. Почему так? Конечно, лезет, но уже денег нет. До свидания, банкомат снимали там. Так он работает, мне соврали. Соврали, поэтому я буду тут делать, что хочу, что ли? Не нарушаю. Я нахожусь в суде. Вот что удивительно. Сейчас они вызвали полицию, если я делаю что-то незаконное, если я делаю что-то незаконное.